У нас тоже такой был на X5, нахуй, иногда. Слышь, блядь, короче, мне отойти надо на 15 минут, могу уступить на друля место. Пока был ранен, можешь кинуть 8 минут. Вот. Я тут с пугами пытаюсь пройти игру, только, блядь, 2 вайпа на первых боссах. Нет, схуяли. Пошли с нами, словишь или мёрзь, нормально. Палам, палам. Починайте. Разоритовый хищник. Давай, я уже тут. Да. О, тут друид какой-то, бля. А, ну, 3 ханта, 2 роги, нормально, да, хватить. Не, ну, да ну, не, я не в том, просто шмота нету для агрогенерации, пока что. Да. А сколько людей на него сахарились и ливнули с гильдии? Я в этом, как его, в каре обычки посмотрел. А чё ты так медведю ничего не сказал? Чё? Ну как я на груля пошёл, так ты мне сразу высказал. Так он пришёл, когда мы уже были в икенах. Так, а я этот, как его, я предупредил перед РТ, что мне надо уйти. То есть, идете этот, как он. Я этот, специально уступал место, то есть, видите, место освободилось, как меня взяли, чтобы пройти ее по-быстрому. Как я же сказал, добью босса, я добиваю. Но я немножко не рассчитал с пугами. Мы тоже не рассчитали, блять, и что нахуй, когда повесили или в ноль. Я вас долго ждать буду на камне Сумона? Ты заебал с пугами ходить. Чё, прикольно. Со Славикасом в пати побыл. Чё, повайпались? Да, я не знаю, пообщались, ну, вроде норм. Не знаю, вернется, не вернется. Это его дело. Я его спрашивать не буду, всерьез. Нельзя был друидом. Он в ЦЛК был друидом, расхилил с вами, блядь. О, вот отъехал, красавчик. Давай сумоним лока и погнали отсюда. Вот, твиси. У кого-то есть лок назад, да? Учтем. Кто? Не дали ворваться, ладно. Да ладно, я потом чучу. Ты что, на мне кого-то уговаривают? Я не... Я буду чекать этот, как его. Вот так вот буду делать. Буду чекать. Буду сейчас держать пятерых. Все, Твиси здесь? Твиси. Да. Все, погнали в инст. Твися не любит Вайда. О, пацан попал. Отпинаем за Джованни. Алис, во время РТ я тоже тебя игнорю.
Ну так, если чё. Ты включи запись и иди. Да я и придумал пару ников, но надо до 5 дойти. А ведь скоро это уже РС, а у нас еще Грул, маги. Мы за полчаса не успеем. И что? Ну, мы должны. Так охота зубы вам всем вылезать, когда вот так привлекаете. Надо обязать, поэт. Давай. Нет. А чё, я каски, да? Не, я протор, да? Я протор сдаю. Твистя, он тебя обижает? Да, дай ему пизды. Вот меня обижает. Ну-ка, не обижай девочку. Понял. О, каблук. Каблук, каблук. А что ты говоришь? У него такой же самый трансмут, блядь, на шмотке. Нет, это не у него, как у меня, а у меня, как у него. Даже так? Только голова. Блин, у меня закончилась этот, на ману хавка. Есть маг? Турбо, ты здесь, бро? Где ты? Турбо. Я знаю, ты здесь, я вижу. А, во, он уже запулил. Видишь, я даже говорить не стал, не говорил, он уже запилил, да. Турбо читает мысли. Конечно. А я предлагаю тебе релогнуться, мне рейд не видно, блядь. Нихуя сколько, блядь. Давай, я велемаю. Может, Моссу, наверное, в кота лучше будет. А что, агро будет ревен, да? Да. А, мелем, ну, все нормально. А он вообще пока что. Хрен знает. На, ну, лучше Элима. Я же Лемон пятерик дам нахуй. Так чё, с двумя Т4 зашибись? Разорвать, да, вешается на тебя? Каждым этим растет. Да у нас совершенно не очень его надо в Лема. Крит даст. Да. На, я вам поставлю. Я могу пятерых, мне пофигу. Дай рыбу. Рыбу вот, дай. Какую рыбу на. Ты мне, сука, бабки верни за рыбу. Не знаю, ты видишь, сам выставляешь в обычках рыбу. Чё это я тебе бабки должен возвращать? Да, я тебе могу обычные поставить, блин. Обмен, кинь. Сколько там за рыбу? Да, забей, блин. Я тебе тогда стак назад покупал. Да, там похуй. Так. А чё аура конского дамага висит, а нету сосредоточения? Я знаю, у кого она стоит. О, всё, она не стоит. Чё, всё? Чек на готовность, погнали, давай. Иннер, дай ему. Всё, вот, погнали. Всех пятерых, окей. Я не знаю, я всех запускал, не похеру. Если что, у нас хилы дохли, так что извините. У вас танки норм. О, выносливость 8. Ну, о, кстати, неплохо прокает при 3. Надо 4. Да пиздец, все изб... О, нет. Это, короче, надо реально на трэше. На боссе это говно твинь. Жми, ну, да? Я поэтому ее войду, я отдал, ну.
Да, 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 видишь, что тело плохо. И овца, идите вон сюда. Да видишь, это пропало. Тайм. Надо было отдавать. Я хотел чисто почекать. Ну не, до 4. Не, иногда прокает это хорошо. Ну чё, 5. Там надо, чтобы на тебе не было ни щита, ни хуя. У тебя просто и блок, и парирование, и уклон. На Мишку нормально, потому что у них нету блока. Ох, воу, воу. А чё это? А, так это и этот квадрат. Забери сразу с меня, и я короля. А я в овце, я в овце. А то вихрь подойдете. Да, играйте в этот, как его уже, в короля. Милишники добьют этих, и все. Проблема-то. Серьезно, играйте РДД в короля. Понял. Королева ночи. Да не, нормально, не. Видишь, у меня-то надо 10, там, и то 9, ну, на Мишке, то есть... Вот только что крутится, можно подводить. Набьете и подведете вихрь 15-16 секунд. У нас тут вообще даже не зыбко кто-то прожимает, да, шаф? Шаги дошли. ГП нахуй. Да ну не. Чего, успокойтесь-то? Это бычка. Она если чекает. Понятно, если бы накосячили этот, как его, когда вайпнули рейд, можно еще. А, ну вот. В принципе ничего не поменялось, Шреддер дальше без печати появления, все нормально. Ну хотя бы тут можно. Шреддер тоже стал. Ну вот суть-то. Ладно, успокоились за эту тему. Это в субботу я закрою всем рот. Все. Нахуй на эту тему. О, мы же за, только за твинки же здесь ГП даем, да? А смотри, здравый, хоть что-то спиздить, да? Да ну, у меня ничего не надо, у меня все есть. Чё там? Блять, я не думаю, ближе брать или не брать плечи. Бред, 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 бред. Отдай мне, пожалуйста. Что тебе отдать? Плечи. Там нет. Четверо ролит, нахуй. Редрик, Холли Пал, Рыбка Владок, Шреддер. Ролит. Шреддер забирает у тебя плечи, полюбакс. А, не, нихуя. Рыбка забрал. А, Рыбка Владок на кого ролит? На Редрика? Если на Холлика, то это бред, сразу Холоса говорю. А на ретрика ролит у него это 10-е, для плечи. Угу. Ладно, короче, чё мы... Голову? Войд. Какой-то Войд забрал голову. Маска пагубная тень. Да тебе Т4 надо, у тебя... Мне нету Т4. Кстати, насчет Т4 на Холли Пала, я бы сказал, что это говно. Говно. А я бы сказал, что говно. Не. А да. Я скажу, что говно и что? Ну, если ты мне выдашь 20к хпс, блять, я... Видел? Видел Холли Пала ВСП? Буду просто кланяться, нахуй, видео засниму. Видел Холли Пала ВСП? Нет. Я тебе скажу больше, если смотреть. Чувак, блять, нормально хилит в этом шмоте, он будет хилить еще лучше в другом шмоте, блять. Это не зависит от того, какой ты шмот носишь, блядь. Да, надо правильно чередовать просто. Понять, как работает. Я никогда не любил флешкоботов. Я только одного флешкобота видел, нахуй, все нормально. Ну, по крайней мере, флешка... Один из возможных только для того, чтобы... Не, флешкобот, по крайней мере, на синдре бы нам вчера не покатил бы. Я теряю. Вчера в десятке, да, нормально, но не в 25-ке. 25-ке он должен не там... Не нормально, я тебе хотел.
Ему надо было за один бы каст. Подождите, какая разница? Делаешь каст, все, на тебя повесился дебаф. Какая разница? Да не дебаф, надо танка поднимать было на фул, ага. Нахуй. И? Ну, ты флешкой более. Поднимешь танка на фул? Нет, я ну об вот. Этом и говорю. Ой, ладно, все, еще раз. Твиси, ты на локе. Ты на локе, ты не напали, все. Флешками хилят. Флешками они только на арене хилят. Все, это единственное место, где они хилят флешками. Ты почитай Т4. Не, я не буду Т4 себе собирать. Я просто знаю, что сейчас будет появиться Т5. Не убегай, турбо, обратно, обратно. Бро! Ой, я забрал. А на Кате пиздато было, просто мог тянуть своих союзников. О, мульти, живи. Не, реально, Т4, ну может быть, когда-нибудь, может кто-нибудь освоит, но будет хилить, но это бред, я тебе реально говорю. Я видел таких, которых собирали, блядь, Т4. Ну, да. Идите мне здесь ДЦ, и я освобожу место Хольпала, будет хилить, чем хотите. Фигушки тебе, у меня есть ДЦ, фигушки тебе. А, он только в онлайне не появляется. Ну, в принципе, 4 Т4 можно собирать, 2 Т4, если нормально. Ретрики как собирают, скажи мне, мастер. Я буду собирать 4, мне похер. Чего? Кого? Не, Мидвей танчит, ха-ха-ха. Сейчас я тебя сделаю по глазу. Бля, у меня макрос знает. Сейчас я тебя догоню. Сейчас я тебя... Ты хилху, я тебя догоню. Так ты ж это, ты ж тебе босс. Тебя... Генерация. Да не то, что увечья. Когда босс бы сидел бы, по крайней мере, ну, сидел бы на нас двоих, я бы, может быть, еще и сорвал под крыльями. А когда он свисит на тебе, агро больше по тебе идет. Рейнджу. Не тупим, рейнджу. Да, нормально. Ты можешь сорвать с него? У него вначале только берса идет, потом у него вот, не вот, кто-то не рейндж не набрал, да? Турбо, ты где стоишь, да? Я по тебе сальву дам. Пойду побегу. О. Да, я забыл тут голема спикнуть. Ёпта. Да я даже вам жертву отдал, но вы чё, издеваетесь? Да хреново набрали рейнджу, ребят. А Алиса каждый раз подохнет. Причём на первой стойке. Плохо, да, набираете рейнджу. У меня там никого не было вообще. Дайте Герут. А, нету Герут. Всё. Я уже дал нахуй в КД, блядь. Вот и лошара ГП. Давай, Войд, короче, как батя. Берешь, прожимаешься, бейлишь нежного рога. Пусть она еще раз дохнет. Да ну, я давай. Кого-то, да. Давай, пока стаков мало, можно бейрнуть. Больше ДПС. Я тебе даже каплю даю. Даешь? Давай. Раз, два, три, погнали. Дал каплю. Он тебя наебал, нет там капли. Есть капля, все нормально. Я не наебываю. Нет, надо было ее биарнуть, а именно когда надо разбегаться. Не. Не, ну это не серьезно. Надо дать шанс. Так. Ехал по ГБ. Так, Шреддер, дай на отъехал, пожалуйста. Или давайте по мне вообще на пул, ребят. Чё это я в жопе вообще по агру? Да, не скажу. Офтан? Или мейн? Всё, я запомнил. Набрали рейндж. Сейчас, Алиса, ты меня убьёшь. Да, вы чё, опять там рядом, что ли? Ну, видите, выжили. Я пошёл от неё нахер. 20 хп я потерял, ребят. Это я тебя пытался отходить, а ты прям под меня лез. Так что чё-то я не в ту сторону лишал, чё ты врёшь, да?
Да-да-да. Короче, я сейчас делаю этот. Так, еще раз сальву найти делать. Протопал. Сука, читерский класс. Они еще и на арене своими болезнями, блять. Вот именно качайте ДК, зачем вы играете? Да, ну бред. Все равно они отлетают, как не горюй. Сейчас они у меня отлетают только так. Либо, блять, на постоянные на багана. Ходи чуть-чуть. Да ну, нормально. Да не надо отводить. Пусть сами крутятся. Чё ты... Босса повернул, и пусть под завал милишники бегают. Пусть умирает. Главное, что по тебе нету. Вот, она отъехала. Дайте сальву. Иначе сдохнет. Не, промазал. Я просто не могу догнать. О, я без маны. Сейчас мне какой-то хулипал догонит. Холи пал, рыбка в латах, дай под. А, ну ладно. По ножу. Нет этих ног, когда надо. Метательные. Кольчуга боты, да? Чё за. А, говно, блять, боты. Ну не забывайте, что мешок в ГБ. Да нихуя. А мамонт, а. Да я закину этот, опять продать пойду. Маунт, ну. У ГМ гильдии есть. ГМ гильдии ваш собирает. А я себе говорю. Фиг тебя. Хилишь плохо. Ага, ага. Но почему Кристи сдох? Нежный Рок сдох. Да. Что-то не прохиливается, мне говорили опять когда-то, нахуй. Ага, сдох танк, виноваты хилы. Сдох и ДД, виноваты танк. Сдох ли ДД. Ой, а сдох. О, чё? Что такое придумал? Ледяной шквал. Вот ледяной шквал, это чё? За что дают? Это с Джайном. С Джайном? За убийство Джайном дают всем маунтов. А есть тёмный, либо чёрный, это уже падает с неё. Тёмный с неё, светлый уже не будет никогда. ФК закрыт и дается еще Феникс фиолетовый. А как, если не будет, если это не за ФК дают? За ФК гильдии, за двух за гильдии, за две гильдии есть, и в ПВЕшной, и в Альянс, ой, Альянсовской, и у Джоков есть, и у Асгардов есть этот маунт. Я у Джоков ни разу не видел. У Джоков нет этого маунта, Белоснежного. Джоков нету, я видел, я в Огре видел, блядь, стоял на этом маунте. Чел был Валериан, который с Асгарда перешел в Джоки. Я не знаю, там не Валериан был, там какой-то... Он рефракнулся просто, и поэтому маунт стал с чего. Ну как это вообще не серьезно, надо писать тикет. Редкий маунт, алло. Ну так падает Джайн темный. Один маунт. А я хочу светлый. Ну лучше что теперь сделать мне? Ну а светлый только за ФК, все, не будет. Надо было сразу идти в Асгард, и что? Да, успокойся-то. Такие же бомжи, как и... Я видел их на тактику на РС-ку, я не знаю, как они вообще... Я тут заметил, то есть раньше я хотел, а чтобы демон был... Чё тактику на РС-ку? Такая же тактика, у него ХП понижено теперь. Там не 120 лямов. А не, они вообще... Там без... ДПС нужен. Твиси где? Один... Где Твиси? Один райтер говорит, ой, падает метеор, где он? Упал, блядь. А причем что, блядь, лужа уже на танке, блядь, давно лежит, нахуй. Танк стоит в луже, ему похуй, блядь. А, ты про этого-то, бомжа? Фу. Да, вакханал, блядь, с Асгардов. Да, какие алики? Давай, залетай и погнали. Нет, Твиси летит. Да на каком шкафе-то? Там еще около этого пинают. Твиси должна сама, СС на себя и погнала. А, почти в хиле убил его, нахуй. Эй, не оставляйте меня, что за какой-то дракочек меня отомстит, нахуй. Мосса умер. Как Мосса умер? Мосса.
Вот, видишь, не прохил. Какой тебе маунт? Да, дракон, да. Нет, ледяной шквал, это не дракон. Не, про ледяного шкала, да, а про анрол маунта фьюши тебе. И то, слышишь, какой анрол? Мне Мосса его уступил. Мосса красавчик. Мосса мне кость глута уступил, которая откатила. Сука. Я тебе реально говорю, ее откатила, блядь. Как так? Это откатила маунт, а орган откатила, блядь. Не, так я тебе говорю, то, что шмот не откатило, я его заюзал, был дискон. И откатило этого. А что, печеньку откатило, говорил Алис. Ну вот, печеньку еще откатило. И. А я не знаю, меня дисконуло там, где я почти, блядь, и был, нахуй. А их дисконуло к самому профу. Это что-то каждого по-разному дисконуло. Видишь, так что у меня нету кости Глута. Мне нужен еще сланы бронированный этот кровокрыл. Вот что надо. Хер тебе, блядь. Он не упадет. Ну, упадет, я его заберу. Че, нормально все. Кик с гильды сразу его. Ну, учитывая, что я ГМ, да? Да. Я тебе скину один макрос, там, короче, он поднимает ДПС, прожмешь его, окей. Ну что, все, погнали, да? Не-не, макрос, который называется «Передаешь ГМ, а мне, блядь, и сам ливаешь с гильды». Осталось. Да, тьфу. Успокойся, ты тут он чистится. Я послакаю. Сразу говорю, я на кубе буду. А ты ДБМ скачал, нет? Угу. Да я ему скину. А, ну вот. Мне нужен санвилов этот, блядь. Да ну, там но... надо спросить у Сани, обнова есть? А, он обнову скинул вроде. Надо будет обновить и скинуть. Ты же говорит Шейпер, что у него есть, который даже на Леди 25 хэм меняет пушки, блин. Вообще прираской слышно. А, давай, я справа, ты слева, чё. Центр зайдите. Центр идите, не спускайтесь. Куда вы спустились? Идите обратно наверх, пожалуйста, ребят. Зачем вы вот начинаете бить там, где не надо? Сейчас приедут, вы просто в толпе зауешите. Проблем в этом нету. Блять, сейчас меня шуф еще. Дайте только ОЕ на пол, пожалуйста. Сейчас опять, блядь, если свет офнится, это будет пизда. Еще и на РС. О, я заберу твою чашку. Она упадется. Офнись свет у него. Да, Бокрус упадет мне. А ну, Бокрус что-то в прошлый раз не забрал, короче, забрал Лу. И хочет, чтобы я... Он хочет у меня сейчас забрать чешку. Это его, блядь, была эта система полибар. Он все продумал, нахуй. Ну, хочет, так хочет. Че проблема-то? Упадет еще в следующий раз. Ребят. Упадет РДД. Две чешки надо, что РДД. РДД не багал. Ага, вы так говорите, РДД. А три, упадет Апокалы, РДД чешка, и упадет, знаешь что? Чтоб мы не упали вовремя. Шея, да. Эй, нахуй вот. Не нужен. А у тебя есть шея, блядь? Не, ну там три шмотки, давай ты. Нужна Апокалы, это по-любому. На ретрика. А тебе тоже Апокалы? Четыре лута, да, блядь, что ли? Чё ты пиздишь, что тебе ничего не надо? Коня мне двое сними, блядь. Чё? Вот тебе огонь, всё. Да я на кубе, вот центральный. Всё, короче, я Велема, нахуй, там сами проходите. Слышишь, да. Вот Мосса, вот зачем ты вот это вот пророчишь? А пока они упадут, я буду... Ну, хотя маунт уступил. Да чё за 10, давай. Похуй, я Навара заберу хилчешку, блядь. Звезда моя. Давай на луну. Можно я на кубе? Я все равно ДПС не даю. Печеньку ставь ее. Я ее подкину. Только не жри ее, да? Звезда моя.
Кому надо, ставлю обычную рыбу, блин. Да чё так, назначай, прожмут. В чём проблема-то? Ну, он, бля, ДПС даст больше. Ломбик. Да он хэмит. Вот Джованни поставь, он умеет. Или Мурбэ. Ну, да вот назначай и пусть этот прожимает. В чём проблема? Пусть учится. Ребят, дайте пока сбегутся. Сейчас мы их загрим чуть-чуть. Дойду того я на пул и вливайтесь. Вливайтесь по чаротворцам, косты затыкайте, пожалуйста. Дал я, короче, сейф прожимку, иначе поздыхает нахуй. С твоей агрогенерацией, блять. Слышь, ты нормальный вообще? Чё ты сагрил-то всех? И докончили. Чиротворцев, пожалуйста. Чиротворцев, долейте. Да ну, не, я имею в виду то, что ты... Так и разорвать пару раз дал, нахуй. И эти поесть нормально. Да, кстати, заебись, где-то 4. 5 минут еще стоять, дрочить, нахуй. Ну тебе что на осталось, это плечи и штаны, они падают с груля. Вот тебе груль нужен. Грудак падает с магика. С магика падает тело. Ну вот. А стоп, друид с кем рулит? Воин, жрец и кто-то там еще. А там потом ДКшник, воин, да? Жрец, друид, да. Мастер, может и в этого? В Элема, пока не поздно. Я в Элеме уже, блядь, на трэше был. На... О, ничего себе, баф появился на РДД. Единственный. На рейд весь. 5% или сколько там, 4 крита. Ну, я так понял, раньше мы демон лока не могли найти, теперь у нас вообще, блядь, на РДДшников не тотема. Отвися в демоне? Ага, сейчас размечтался в демоне. О, Африк? Ты чё, реально? Ты гонишь, что ли? Я конченый Дестрик. Прям а сильно, ты демона? Сильно или так себе? Твися, давай демона. Давай. Не, ДЦ делает, я тебе демона. Я делаю ДЦ, ты делаешь демона? Чуть-чуть вот так вот, нормально. Должен не задевать, даже чуть-чуть правее. Плохо, конечно, стоит, но ладно. Ой, левее, 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 левее. Вот так, нормально. Не должно хвостом задевать. Хуй РДшники попьют, да? Да, кстати, посмотрел я этот быстрый-то проход с алкашки. Бля, да, они-то по 6 человек вайпались. Ну помнишь быстро? Да, 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 6 человек у них. По 6 человек уходит. Только я не знаю, как СС. А, может они БР делали? Этот, как его? Готовимся, кубы. Прожали. Прожали, кубы. Не слакаем, луна. Я дипси. Геру ждали. Лимон, я свободен. Я прожал куб, я свободен. Да. Я свободен. Чё надо? До 30? Нет, 20 хватит. А я ж тебя кидал в ГБ-то. Нет. Я сказал, что пока не надо. Решил перебить сейчас. Так я тебя с ГБ сниму. В чём проблема? Какие-то есть. Да не, вообще просто, чтобы... Пока там рейд. Так она, да, я тебе этот, права дам. Иди бери с последней ячейки там. Или куда-то. Ебать, Шреддер у нас ДПС нахуй, ёб твою мать, чё ты с ним такой? Успокойся.
Спасибо. Готовимся к УБ. Этим вопросом со Шредером лишиться в спот. Прожали КУБ. Прожали. Я заморачиваюсь, просто эти шмотки можно отдавать людям, которые будут ДПСить там, а не отдавать шредеру, либо что-то еще. Поэтому я и заморачиваюсь. Нормально. Будет ДПС. Мне это похуй лично. А он не тупит, я ничего про этого не имею, но то, что он, сука, больше токсичный, чем я, а мне это не нравится. Поелся, говорю. Забили фиг. До субботы, по крайней мере, до совета. Никаких вопросов больше по этой теме. Пожалуйста, меня. Ой, да успокойся, на тебе прохил, смотри, вот тебе просто бах на 135 тонн. Я ж слежу за тобой, успокойся, нормально все. Да? Готовимся к кубы. Средние кубы должны быть сейчас. Готовимся, готовимся. А что так много у тебя меткости, блядь? Лимон. Нормально. Сколько? No. 8-3-4, прожали КУБ. Прожали, 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 отлично. Нормально, 8% должно быть. Он не мисует. ДПС дает. Да, 8к, правильно. А там типа все нормально, это я не спорю. Говорю, может что-то у него просто за 20 много, может поставил где-то 10-10, блядь. Так, мешочек в ГБ, сразу говорю. Мешочек отказывайте. Урудак, блядь. О, головы у меня нет, он не хочу, чтобы она... Уууу, посох, блядь, сюда, нахуй. Вот посох отсюда, кстати. Он хороший. Дайте на милишку. Пожалуйста. Бери, чё? Одну просто не нить, я его заберу. Я же говорил, 5 кдпс отдам. Я все дизаю, мне пофигу. Я тебе сейчас дизаю, блядь. Ты шо чешку с дизой, блядь? Шайдер, ты где? Где этот, ИП, давай. Где ж? О, грудак мой, заебись. Найду. Я его сейчас найду, вот он. Можно мне ЕП на ДК только? Мешок. Чё? Шо, вызвался-то? Да. Хо-хо-хо, один сердолик упал, хо-хо-хо. Надо, наверное, перцев связывать, чтобы ЕП получать. Да. У него получится не связанный перц, она заходит им, а получает ЕП. Кто? Ну, Рога. Какой Рога? Я зашел. Она попросила ЕП на другого перца. Нет, минусовать ЕП я не буду. Кикни Рогу с рейдом. Начислите ЕП. Че, мне начислять? Да. Это что, Алиса какой-то багровый замок? Нежного удали. Лимону 500, и мне 500, все. Так я же был только на одном. Ой, на двух. Да я сейчас этот, всем начислю. Сколько там же косарь у нас идет, да? РТ. Потом что, на 7 минут опоздали, да? Всем начислил, минус 500 мне. РТ минус 500. Да. Был, да? Дык Дымыч. Не может бокрос раз умереть, да, 500 был. Дали.